Ух! Прямо на писюлечку, блин, вот, вот последнее, вот чуть-чуть оставалось. Ух! Гармура у меня еще не было на моем счету. Ой, далеко, зараза. Ой, далеко не дотяну до него. Блин. Он вроде стоит и ФКшничает. А это интересно. Возможно. Далековато. Надеюсь, не проснется пока. Где вся рать? Ой, далеко, далеко, далеко. Ой, кажется, проснулся. Блин, одним-то не уделаю, скорее всего. Где остальные? Блин, далеко. Уйдет, не уйдет, будет уходить, нет. Мне бы хотя бы еще один каталист, чтобы подобрался. Ой, че у меня не летят-то они? Ёпана мать. Они почему-то у меня не летят. Ну все, он сейчас точно уйдет. Странный человек, почему-то не уходит. Я бы на его месте уже давно бы скрылся. Да-да-да, вот именно так. Может, у станки успею перехватить. Да, успел, отлично. Не знаю, что там вообще есть, нет. Ни о чем оказался. С меня упало больше. Сейчас все будет. В общем, вот такой вот гармурчик был. Опа, стоямба. А вот, кстати, яхта. Не знаю, попробую. У нее на борту 300 лямов. Блин, рядом с гайкой это плохо. Тихо, 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 золотая. Ну что, готово? Давай. Ну, давай.
давай, 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 последний выстрел. Да, есть. А вот и яхту ломанули. Что там говорили, яхта не ломается? Вот уже взломали. Выпало, нет? Сваливаем. Ух! Прямо на писюлечку, блин, вот, вот последнее, вот чуть-чуть оставалось. Ух! Ща покажу килл. Это круто. Это реально круто. Ой, ёпсель, мопсель. Нельзя АФКшничать, нельзя. Сколько раз говорил, блин. Не АФКшничайте. Когда у вас на борту, блин, бабосики. Короче, килл. Вот она. Именно вот та самая яхта. Вот она. С коверклокой. Вот она вся. Вот она все. Вот прям вот тютельк в тютельк. И вот, что, собственно говоря, мы с ней выбили. Вау. Нормальненько так. 400 лямов поднял. Ай, меня что-то подряхивает аж чуток. Не каждый день так. Слушайте, у меня еще... Теперь еще и это есть. Яхта. И это со старого, с прошлого, вот эта хрень. Вот она, короче. Здесь почему-то, кстати, пишет, что 312. А мы только что увидели, что она 400 лямов жить стоит. Так что вот так вот. Ну, килл хороший. Килл реально хороший. За него... Кто еще не поставил лайкосик? Лайкосик ставьте. Прям, но, блин, офигенский килл. Астерка с гоблинами Т2-шными. Может быть, Астерка вкусно, сомневаюсь. Ну, плевать, полетели ее ломать. Сегодня что-то, не знаю, настроение вообще всех ломать. Будем всех ломать. Астерка. Ой, далековато Астерка-то. Что-то, по-моему, она собралась сваливать. Нет, ты не сваливаешь? Ты что, серьезно? Да хорош бегать-то. Ой. А, нет, ты гляди, я сейчас в одно рыло ее сделаю. Да, я ее в одно рыло вообще сделал. Как интересно. Так, что у нас там по Астерке? Слушайте, Астерка, в принципе, так ничего была. Правда, выпало из нее катастрофически мало. Ну, прям совсем мало. Да ладно, че да? Ай, короче, это тело, которого ломанули. Это Шант же, да? Да, это он. Это вот тело. А, кстати, как он давно вообще в игре-то? Ну, фига себе, аж с 3-го года, блин. То есть с самого начала, блин. Короче, в локале такой. Блин, не, это надо переводить. Короче, это, наконец-то, я давно уже... Сейчас, подождите. Я давно уже не видел, слышал в свой адрес что-нибудь нелицеприятное. Маленькие сосунки. О, как мило. А здесь чего? Пишет. Такое нельзя на стриме говорить. В общем, те товарищи, которые радужные, да? Вот он вот эти вот. Радужный ты человек, надеюсь, твоя семья пострадает. Ну, в общем, глупый человек.
Человека прям вообще припекло дико. Ой, он тут еще... Хрена себе, он тут, блин, прям целый... Ой, это надо переводить. А вот насколько адекватный человек? А, ну ладно, вам что там, по-английски фиксим. Он. Читаем. Читать не буду, не хочу на стриме это читать. Человека припекло. Чума просто. Блин, ну чё, прикольненько. Наконец-то мы нашли того самого, которому пригорело. Давно не было пригорающих жоп. Вот нашлась у нас пригорающая жопа. Но реально человек сам дурак. У него была возможность свалить. Он же вместо того, чтобы свалить, уперся рогом и дальше оставался на месте. Но что он еще хотел? Видит же, прилетели суицидники. Явно по его душу. Явно сейчас ему будет весело. Он же что-то, блин, бестолковничает.